Вылезай, я тебя депортирую сегодня ночью. Понятно? Поздоровайся, у тебя денег не хватит. И сегодня уедешь ночью, понятно? Ты тыкаешь своей головой. ФСБ привёл, и тебя просто заставит. Я тебе отвечаю, а я гражданинка России, понятно? Я тебе устрою. Была получена информация от активистов ночного патруля, то, что по улице Георгия Димитрова, 117, движется автомашина, водитель которого с явными признаками опьянения. Значит, после чего был направлен экипаж, автомашина задержана. За рулем автомашины находилась девушка 85-го года рождения. Водительское удостоверение она никогда не получала. Девушке было предложено пройти медицинское освидетельствование, она отказалась. В отношении водителя был собран административный материал, направлен по подведомости Мировой суд промышленного района. Транспортное средство было эвакуировано на специализированную автостоянку.